Уважаемые депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Ленинградской области, позвольте от имени Совета депутатов города Кингисеппа и Кингисеппского района поздравить вас с 25-летним юбилеем. Законодательное собрание Ленинградской области прошло интересный, содержательный путь. Находясь во взаимодействии с органами исполнительной власти, вы решали самые важные и главные насущные задачи региона. Успешно развивалась экономика, спорт, культура, здравоохранение. Именно вы и ваш труд позволил решать эти вопросы. Дорогие друзья, хотелось бы особо отметить первый созыв законодательного собрания. Именно они заложили основу развития законодательного органа в регионе. Именно их первые законодательные акты позволили успешно решать задачи в экономике, в социальной сфере. Первому всегда тяжело. И надо отметить, что они с этой задачей справились. Дорогие друзья, позвольте искренне поздравить вас и пожелать вам всего самого доброго, всего самого наилучшего.